Здравствуйте, меня зовут Юлия Жукова, и я являюсь автором книги «Прорыв, ведущий к успеху» или «Как подняться в интернете». Сегодня очень важным стало находить общие жизненные ценности людей друг с другом, ведь они могут как приближать нас с вами, так и отдалять друг от друга. Таким образом, я хочу поделиться своими жизненными ценностями с вами и ответить на вопрос, почему же я в сетевом занимаюсь этим делом вообще. И ответ мой, с одной стороны, прост, но глобален. Для меня было очень важным всегда жить правильной, адекватной, трезвой жизнью, без алкоголя, без курения, без неправильного питания, которое травит нас изнутри. Ведь на нашу продолжительность жизни действует не только экология, но и правильные жизненные действия, которые мы выполняем или же не выполняем. Важно в данном случае лишь одно, вне зависимости, понимаем это мы или не понимаем, и что вы или мы вместе с вами выберем. Нам за наши действия по итогу выставляется счет. То есть нам попросту придется за все расплатиться. В течение жизни почему-то это очень глубоко может даже забываться. И было это у меня, потому что я начинала стухать под натиском подтрунивания других людей. Но я очень рада тому, что я попала в то место, которое полностью отзывается во мне от макушек до самых пят. Здесь очень важно то, что вы не только реализуетесь сами в правильном сообществе новой эры и одинакового понимания вместе с вами, но и то, что вы можете помогать другим людям реализоваться самим и помочь им в реализации уже их личных мечт. Это выполняется не только посредством общей работы, командной, обучения, образования и внутренних отношений, но еще и свободы ваших собственных действий, свободы в творчестве и креативе личном. Ну а лично у меня причин, которые сподвигли меня этим заниматься, несколько. Это личная свобода. Желание жить правильной жизнью со спортом и привычками, которые несут успех, а не вводят в деградацию. Достойное образование для моего ребенка, а также образование мое, которое по итогу все это вместе дает выход на новый качественный уровень жизни. Ну а теперь я хочу позвать за собой тех людей, которые разделяют со мной мои стремления, мои ценности и тот момент, почему я вообще этим всем занимаюсь. Если вы готовы на личной трансформации, если вы готовы выйти из зоны комфорта для улучшения себя, то я вас вместе со своей командой и вышестоящими наставниками проведем к вашей мечте и правильному, трезвому сообществу, где нет многим привычкам, которые пагубно влияют. Я не приемлю высказывания в плане того, что умирать здоровым обидно. Самое интересное, что даже те люди, которые об этом говорят, не дай бог, что случается, бороться начинают жизнью и потом переосмысливают это. Зачем же ждать тогда, когда стукнет по голове, если можно раньше взяться за правильное сообщество, где люди все, мы стремимся к правильной жизни и которую мы даруем детям. Это очень важно, чтобы они росли в этом месте с этими устойчивыми привычками родителей. Смотря на родителей, мир и следующее поколение, естественно, будет лучше. Добра вам, ребята! Всех благ!